В новосибирском зоопарке битурунг решил умыться и стал героем видеоролика. Запись опубликована в соцсетях учреждения. На кадрах зверек находится в своем домике, умывается лежа на полу и наслаждается жизнью. По всей видимости, битурунг только проснулся, что заметно по зеванию животного. К слову, характерной особенностью битурунгов являются длинные белые усы, с помощью которых они определяют расположение предметов в пространстве и ориентируются в полной темноте. А кисточки на ушах помогают животным расслышать даже самые тихие звуки. Битурунги живут на деревьях на высоте до 20 метров. По ночам обычно бодрствуют. Питаются они фруктами, яйцами, насекомыми, большими птицами, падалью и рыбой.